Всем привет! Меня зовут Самира, мне 8 лет. Сегодня я покажу свои рисунки. Давайте начнем. Первый рисунок – это вот такая вот девочка. Вот она с такой сумочкой. Потом такая принцесса. И такая русалка. Потом это обычные такие узоры. И такая вот тоже девочка. У нее в руках клатч. Это мама с дочкой убираются. Это персик. Яблоко. Морковь. Потом это такие девочки. Вот. Это сумочка, а это клатч. Вот. Потом такие девочки. Мне тоже такие розовенькие. Потом это такая принцесса. Вот. Синие волосы. И такая прям она вся яркая получилась. Такая какая-то. Это такой тортик. И что, здесь такие тортики. Потом вот такие девочки. Я им просто ноги не рисовала. Такие девочки. Вот. И такая принцесса, как будто она как бы дождик уйдет. Потом такая вот девочка. Вот. И такая вот с книжкой. Потом такая балерина. Такие облачки. Она подслушивает, она кричит ей. А это вот она заперти. А это знаем. Такой же почти рисунок. Вот. Тоже такие хорошенькие. Она любит. Это все мои рисунки. Всем пока!